больше никуда не пойдете. Вы обещали принести его через минуту, а я прождала вас 12 с вами. Вы считали? Я? Нет. Я совершенно случайно посмотрела на часы. Я не люблю, когда вы уходите. А вы все время куда-то исчезаете, где бы мы ни были на вечере. И в театре. Или у меня дома. Ровно в половине десятого вы уезжаете, в половине одиннадцатого возвращаетесь. Куда вы улетаете? Хотя за одну минуту далеко не улетишь. Вы даже представить себе не можете, какой полет можно совершить в течение одной минуты. Но сегодня вы никуда не пойдете. Не будьте так жестоки, Теодора. Мне и сегодня нужно будет уехать. Но, вернувшись, я попробую вам рассказать все. Мне только нужно знать, будете ли вы ждать. Да. Да. Я просто очень любопытна. Я обожаю тайны. И поэтому вы так любите цирк. И поэтому вам так нравится мистер Икс. Мистер Икс? Мистер Икс. А вы знаете, этот загадочный мистер Икс ежедневно присылает мне дивные розы. Какая дерзость. Вы, наверное, возмущены? Если честно, то я не знаю. Ну, давайте завтра. Завтра вместе пойдем в цирк. Нет, я не могу. Не хочу. Только не эту Теодору. Вам так не нравится цирк? Нет, что а вы. А что же тогда? Ну, я... Уж не ревнуете ли вы меня к мистеру Икс? А почему бы и нет? Но он же клоун. Но он ежедневно вам дарит дивные розы. Значит, он вас очень любит. Но я этого не хочу. Вы можете запретить человеку увидеть вас, но заставить не любить не можете. Странно. Вы как будто даже рады. Рад? Потому что твердо знаю, что бы ни случилось, никто не может запретить человека. Счастье войти на избранном пути.
я... Пугайте! Понимаете, я больше не могу молчать. Я должен уйти. Только и всего? Да, но когда я вернусь, я попробую вам объяснить все. А вы уже попробовали? Идите? Нет! Что нет? Скажите, это как-нибудь не так? Иначе мне будет очень плохо. Идите. И возвращайтесь скорее, я буду вас ждать.